Опасность тонкого льда. Первыми жертвами обманчивой зимы уже стали две маленькие девочки. Облава на наркоманов. В общежитии СГУ полицейские провели рейд среди задержанных граждане Турции. Променял область на город, другой и вовсе отказался от министерского кресла. О кадровых ротациях в правительстве региона расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00. Не пропустите!